Всем здорово! Сегодня у нас ноябрь. Приехали, прогрели кирлиц. Очень трудно, конечно. Ветер, морозец. Лампа паяльная еще брешет, то горит, то не горит. Ну, короче, с Божьей помощью завели. Прогрели, коробку отдельно прогревали. И сейчас поедем пробовать пахать. У нас снежок вот припорошил немножко. Сейчас поеду, попробую, что он покажет. Будет мотать, не будет. Ну, вроде на поле нормально. Там, где стерня, там снежок лежит. Лишь бы не наматывало, не вымеляло и трактор не буксовал. Ладно, поедем работать. Сейчас фильтра вот эти тонкие очистки поменяю, вот в запасе есть, а то он под нагрузкой в холостую нет, а под нагрузкой троит. Сейчас буду менять. Вот достал фильтра, тут грязь, и тут они вот сдавленные, если видно, сдавленные и грязные. На дне в стаканах вот здесь грязь была. Сейчас поменяю. Вот эти этикетки срывать надо обязательно. А то некоторые умудряются вместе с этикетками ставить. Были такие знакомые у меня. Все, фильтра на месте. Сейчас здесь еще протяну. Поставил только. Затяну, буду прокачаю, буду заводить. Так, фокус с фильтрами не удался. Сейчас придется вот эти вот грубые очистки менять. Потому что тонкие очистки поменял. Потеков нигде нет, они сухие. А где-то подсасывает воздух. Сейчас придется грубые менять. Надо было сразу, поторопился. Ладно, ничего, сейчас поменяем. Вот фильтра достал. Невооруженным взглядом видно, что они черные, грязные. Сейчас вот в запасе есть. Хорошо, что в запасе есть, слава богу. Сейчас вот поменяю. Дай бог перестанет троить. Только фильтра поменял. Тут снег начал валить. Сейчас еще надо лопастя открутить, чтобы свистовский ремень поставить. У нас компрессор нет времени перебирать. Сейчас чисто генератор поставим и свистовский ремень поставим на генератор. Так доработаем уже. Вот лопасти снял. Ремешок сейчас сюда одену и генератор поставим. Мы его снимали у нас, где вот этот натяжник крепится до генератора. Там ухо отломало. Вот такое качество запчастей. А чтобы компрессор освободить, приходится снимать лопастя, потому что свистовский 937 ремень не пролазит через лопастя. Я пробовал уже сколько раз. Думал, получится, никак не получается. Лопастя снимаешь, ремень одеваешь, лопастя на место. И потом чисто генератор у тебя работает, компрессор отключаешь, он не фурычит. Thank you.
Так вот, мужики, у меня ночь, темно. Там кировец стоит, номер только отблескивает. Сейчас буду менять обратный клапан, потом проверю в борозде его. Да даже не в борозде, так холостую прокачусь. А потом уже буду напрямую соединять мимо помпы. Вот такой вот кировец.